Жейге вақытта баулылар орасында Қызылер һәм Октябрьский шәһәрендәге карьерлар популяр, тик районыбызда бер генә сулыкта куыну рөхсәт ителә. Вот мы сейчас находимся в данный момент на открытом бассейне города Баулы. У нас, в принципе, вообще единственное место, которое разрешено для купания, будет еще в этом году, это только открытый бассейн. У нас ежегодно, к сожалению, на водных объектах района гибнут люди. В связи с этим ежегодно работает административная комиссия, которая по статье 3.10 по АБРТ составляет протоколы. Кодекс об административных правонарушениях, статья 3.10, это от 1000 до 1500 на физических лиц. Бассейнны құйыну сезонына әзірлеу үшін Баулы Горсервис жауаплы. Предприятиеда хабар итуләренше, бассейнда июнь ахырында құйынырға мүмкін болашақ. Әлігі вақытта оның 3-1 үлеші гіне тулы. Йоқын арада Роспотребнадзор лаборатор текшерулер өткерешек, хәм суны дезинфекциялейшек. Білгілі құйыну сезоны рәсми ашылғаннан соң бассейн қызметкерлері штаты шефқат туташы, хәм 3 құтқарушы білен тулыланашақ. Вот дети особенно, вечерами, интересно, люди же заходят, пытаются залезть в воду. Также прогоняем, стараемся, но одного человека мало это уж. Бассейн территориясында салкын ишемлекләр һәм азык-төлек сатуда рөхсәт ителгән. Мария Кандаурова, Эмиль Бәйрәмов, Илмира Кузнецова, Баулы телевидениесе.